Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в нашей онлайн-общине Хафэцхайм. Сегодня мы ответим на вопрос, кто же мы и что же мы и чем мы занимаемся. Онлайн-община Хафэцхайм возникла 3 года назад. Это уникальный еврейский проект, целью которого объединяет русскоязычных евреев вне зависимости от того, где он живет, чем он занимается, какого он еврейского направления и так далее. Несколько лет назад, 3 года назад, если быть точнее, мы столкнулись с проблемой того, что часть наших друзей, она переехала в Израиль. И имея опыт ведения своей общины, своей синагоги, у нас возникла идея создать уникальный проект, который не будет иметь границ, цель которого объединять евреев в большую еврейскую семью под названием Хафэцхайм. Наш проект и наша онлайн-община, и община в принципе занимается тем, что мы создаем уникальные проекты в направлении изучения Торы, помощь в репатриации в Израиль и, соответственно, адаптации в Израиле. И просто это семья. Третья ступень очень важна – это семья. Это объединение абсолютно разных евреев под одной крышей. Кто мы такие? Группа волонтеров, группа друзей, которым не безразлично, что происходит в нашем еврейском мире, которым не безразлично, чем живут наши евреи и русскоязычные в данном случае. И мы со своей стороны команда абсолютно разного пола, разных течений, разных идей, профессий и так далее. Приняли решение создать что-то уникальное, что-то небольшое, которое с вашей помощью может вырасти во что-то более грандиозное, более глобальное. И мы очень рады, что вы с нами. Надеюсь, что вы будете с нами больше проводить времени, больше знакомиться, узнавать. И что самое главное и уникальное, это каждый из вас может принимать участие в наших проектах, и подавать идеи, и создавать идеи. И для этого существуем мы, для этого существует онлайн-община, и мы очень рады, что вы с нами.